Так, сегодня у нас велик Торнадо АТМИ. Значит, измеряем износ цепи на единички. То есть я вставляю, да, вот сюда вставляю, и он не проваливается. О чудо! Цепь не изношена, видишь, да? Вставляю на 0,75, вставляю на 0,75, она вообще сюда упирается. То есть ты представляешь, да, насколько она растянута, что даже не проваливается ключ, короче, сюда. Вот, вот на таких, короче, АТМИ Торнадо приезжают люди, смотрите. Вот, у меня, говорит, что-то, говорит, плохо переключается. Я давлю, 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 да. Смотри, какая здесь специальная, это супер. Я не помню, как она называется. Супер, мега-рейндж кассета. Вот, супер переклюк. Вот. Ну и вот это, конечно, просто Шимана, которую уже просто разбили. Но он работает при этом. Вот, сейчас будем чинить. Такой шикарный РСТ-вилка. Для чего вот это? Это для чего? Для вентиляции. Когда отдаешь, там лишнее выходило. Вот. Ну что, прикольный велик. Вот. Ну, блин, рама-то алюминиевая. Ну, велик вообще неплохой. Единственное, что подводка вот эта верхняя, конечно, мне не очень нравится. Потому что, ну, штанами, короче, протираешься. Да. Вот. В принципе, велик неплохой, но вот сейчас мы починим, короче. Ну, чтобы не стреляло.